Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с великим 20-м праздником, со Святой Пятидесятницей, с праздником сошествия Святаго Духа на апостолов. Это совершенно особый день. Дух Святый участвовал в творении космоса, всего живого и неживого. И Дух Святый, несомненно, присутствовал в человеческой истории. Но что означает это сошествие Святаго Духа в 50-й день после воскресения Спасителя? Понять, что реально произошло, можно, вдумываясь в текст книги Деяний, который говорит о том, что видимым образом Святой Дух, как огненные языки, снизошел на каждого из апостолов. Это сошествие Святаго Духа имеет совершенно особое значение. Дух и так присутствовал в космосе, в творении мира, в человеческой истории, но через смерть и воскресение Господа и Спасителя Дух сошел на каждого из апостолов. А через это сошествие, через великое таинство Церкви, таинство миропомазания, Святой Дух сходит на каждого человека. Мы все облагодатствованы силой Божией, потому что приняли печать дара Духа Святаго. И ничего подобного не могло быть до пришествия в мир Спасителя, до Его смерти, до воскресения, до искупления от первородного греха рода человеческого. Святой Григорий Богослов, размышляя о Святом Духе, говорит: «Через Него познается Отец и прославляется Сын». Действительно, мы можем Его прославить, будучи свидетелями великой божественной силы, явленной в сошествии Святаго Духа. Мы можем познавать Господа и Спасителя через Священное Писание, через слова апостольские, но каждый лично может почувствовать присутствие Господа в своей жизни. И это переживание присутствия Спасителя в нашей жизни совершается Духом Святым. Никакие человеческие усилия не способны нас ввести в соприкосновение с Богом, с Господом и Спасителем, как только силой Святаго Духа. Вот почему и говорит апостол, что мы не свои, мы не чужие, но свои Богу. Что значит «свои»? Потому что мы имеем дар Святаго Духа, и через этот дар реально соединяемся с Богом Отцом и прославляем Сына Божьего, через смерть и воскресение которого явлена нам благодать Святаго Духа. День Святой Пятидесятницы – это день рождения Церкви. Церковь, которая призвана передавать дар Святаго Духа людям. Церковь, которая призвана провозглашать Божью правду силой Святаго Духа. Церковь, которая не может ошибаться в своей совокупности, не в отдельных людях, даже иногда и весьма известных, а в своей целокупности ошибаться не может голосом вселенских соборов, потому что ей через нее говорит и действует Дух Божий. Дух Божий, Господь, это то, что сегодня и вовеки до второго пришествия неотлучно от рода человеческого. И мы, входя в церковь, принимая таинство крещения,
запечатлевая себя даром, печатью дара Духа Святаго через таинство миропомазания, входим в этот особый контакт с Богом. Мы становимся близки Господу, а Он близок к нам. И только единственное, что может поколебать эту Богом установленную связь человека, Бога с искупленным человечеством, это наши нераскаянные грехи. И поэтому ответ на дар Святаго Духа – наше покаяние, наша молитва и наша вера. Сегодня день особого оптимизма, который внушает нам события Святой Пятидесятницы. Будем жить с этим светлым чувством, надеясь на то, что благодать Божия не отступит от нас, и дар Святаго Духа поможет нам преодолевать трудности земного бытия. Аминь. С праздником, всех вас сердечно приветствую.